Всем привет! Сегодня приготовим салат в виде символа предстоящего года. Салат кролик. Новый год уже совсем скоро, и пора составлять меню для праздничного стола. Следующий год у нас будет годом кролика и кота. И сегодня мы приготовим с вами салат кролик. Для этого нам понадобится рыбные консервы, майонез, 4 яйца, 1 морковка, соль по вкусу, 3 средние картофелины, 1 репчатый лук, зелень и оливки для украшения. Отвариваем яйца и овощи, затем нарезаем лук и затем все отваренные ингредиенты натираем на крупной терке. Белки и желтки натираем отдельно. Укладываем слои в виде кролика, смазывая их майонезом. В принципе, практически из любого салата можно приготовить салат кролик, ведь вся фишка заключается в том, чтобы салат оформить в виде кролика. Даже из простого оливье или любимой шубы можно сделать оригинального пушистика. Сначала у нас идет картофель, затем рыбные консервы. Затем лук. После лука идет морковь. Потом идет желток, и в самом конце у нас идет белок. И затем мы нашего замечательного кролика украшаем. Из оливок делаем носик и глазки, из зелени делаем усики и из морковки делаем ротик. Ну что, наш прекрасный кролик готов. Мы желаем вам счастливого Нового года! Пусть он будет лучше, чем предыдущий. Приятного аппетита!